работали на технику в основном, потому что я провел ряд подготовительных процессов, сборов. Поэтому последние две недели мы в восстановительном порядке тренировались. Когда мы заявились в Татнефть, неизвестно было, что столько предложений будет. И когда мы их приняли, они оказались очередой почти в один месяц, скажем так. Но так как мы какие-то обязательства уже приняли, естественно, отказываться было не вариант, так как не было очень серьезных травм. Ответственность большая, не хочет никого подводить, уделяет очень сильное внимание, спонсирует, отправляет на любые сборы и как бы понимает, что нужно выкладываться на все 200%. Что касается Турции, самые популярные годы моей спортивной карьеры были там. Я провел на территории Турции около 22 боев профессиональных. 19 или 20 были с победами, и громкие поражения были очень известным бойцам. Кино предложили мне работу в плане в качестве помощника режиссера. И был там такой персонаж, отрицательный, скажем, злодей. Они очень долго искали, не знали почему, короче, выбрали меня. Потом что-то долго меня уговаривали на эту роль. Ну, в конце концов, я согласился. Делимся опытом, ходим друг к другу, тренируемся. Ахмат ММА приходит к нам, отрабатывает стойки. Также ходим в Ахмат боксинг, работаем в парах с боксерами. В моем весе, в принципе, не так у нас еще много, поэтому приходится ходить в разные клубы и поддерживать друг друга на подготовку к боям. Я не любитель делать громких заявлений, на все воля Аллаха. Я уверен, что покажу зрелищный бой в плане того, что я сделаю все возможное. Бруно Сусана, желаю тебе удачи и надеюсь, ты покажешь характер, силу воли. Добро пожаловать в синий угол ринга. Претенденты из России. Встречайте, Турпал Токаев! Ассаламу алейкум, Сидор Нохчи! Душа твоя настроена на сладку, сильно стремление к высокой цели. Сегодня клуб Ахмат тебе доверил свою честь отстоять в бою достойном. Сразись, боец! В красный угол поднимется обладатель чемпионского пояса. Ваше внимание на экран. Я тренируюсь в Dynamic Life Club. Также я часто провожу тренировки в Голландии. Моя подготовка прошла на высшем уровне. Я буду уже четвертый раз защищать свой пояс. Я буду драться против Турпала Токаева. Знаю, что он очень сильный боец, за его плечами большой опыт. Он очень техничный кикбоксер. Для меня это довольно интересное противостояние. Мне нравится драться с сильными соперниками. Турпал, я знаю, ты дерешься у себя дома, но извини, я не собираюсь отдавать тебе свой пояс. И добро пожаловать в красный угол, обладатель чемпионского пояса. Ladies and gentlemen, please welcome to the red corner the champion from Portugal, Bruno Sousano. Thank you, folks. Hit the roof, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the roof, Jack. Don't you come back no more. What you say?
have been waiting for. Professional Boxing Federation of Chechen Republic and Ahmad Kickboxing Fight Club proud to present the main event of the evening. Fight 3 minute rounds of kickboxing K1 rules, ISKA Heavyweight Championship of the World. Представляю вам судьи. Супервайзер Вадим Украинцев, Россия, Russia. Судьи Уринга at ringside, three judges scoring this championship bout. Юрий Лактиков, Эстония. Рой Пирис, Португалия, Португал. И Александр Володько, Беларусь. Ваш судья-хронометрист, your timekeeper, Мохаммад Бетмирзаев. И с ударом гонга ваш рефери в ринге. And while the bell rings, your referee in charge from Russia, Александр Березкин. Итак, дамы и господа на трибунах, миллионы фанатов кикбоксинга во всем мире. В прямом эфире с арены спортхолла Колизей бой за титул чемпиона мира! Ladies and gentlemen in attendance and the millions kickboxing fans around the world, live from Colosseum Sporthall Arena of Grozny, Chechen Republic, Championship Bout! Представляю вам соперников и первым претендента в синем углу ринга. Introducing first, fighting out of the blue corner, the challenger. Ему 32 года. Рост 188 сантиметров, вес 94,7 килограмма. 32 years old. He stands 188 centimeters tall. Official weight 94.7 kilograms. Профессиональный рекорд. 37 боев. 32 победы, включая 30 побед нокаутом, 5 поражений. His professional record 37 bouts. 32 victories, including 30 wins coming by way of knockout and 5 defeats. Он чемпион мира и чемпион России по кикбоксингу. Чемпион мира по тайскому боксу. Ladies and gentlemen, he is kickboxing world and Russian champion and Muay Thai world champion. Дамы и господа, встречайте представляющий Ахмат Кикбоксинг Клуб Россия Турпал Токаев. И его соперник. Обладатель чемпионского пояса в красном углу ринга. And his opponent fighting out of the red corner, the champion. Бойцу 33 года. Рост 191 сантиметр, вес 93,2 килограмма. 33 years old. He stands 191 centimeters tall. He's weighing at 93.2 kilograms. Его профессиональный рекорд 110 боев, 90 побед, включая 35 побед нокаутом, 20 поражений. His professional record 110 bouts, 90 victories, including 35 wins by way of knockout and 20 losses. Дамы и господа, действующий чемпион мира ISKA в тяжелом весе, ladies and gentlemen, he is reigning, defending ISKA heavyweight champion of the world, representing Dynamic Life Academy, Portugal, Bruno Sossano. Shake hands. I wish you good luck and you're winning the best fighters. It's okay. Good luck. Step back. Шахмат. Step back. Time. Fight. You're round one. Thank you.
Итак, дамы и господа, время остановки боя 2 минуты и 10 секунд второго раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 2 minutes and 10 seconds of round number 2. Нокаутом одержал победу и стал новым чемпионом мира ISKA в тяжелом весе. Ladies and gentlemen, your winner by knockout victory and new ISKA heavyweight champion of the world.